Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем вот эту вот шапочку. Девчонки, связана и снята в прошлом году. Вот сейчас собралась я в дорогу, и я ее нашла и вспомнила, что у меня есть мастер-класс на нее. Вот, и я вам сейчас его быстренько предоставлю, потому что он попетельный, для новичков, очень просто. Вот такая вот, тут, конечно, эффект дает пряжа. Вот об этом всем я расскажу. Еще у меня был шарф. Есть, кстати, видео на шарф. Ну, в общем, мастер-класс год ему. Ну, я думаю, он будет полезен, девчонки. А дальше сам мастер-класс. Вот такая макушка, кстати, по итогу получается. Хорошо она ложится. Вот так вот не топорыщится и не торчит. И все классненько получается. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у меня будет шапка для начинающих, мастер-класс для новичков по петельной пряже. Я взяла упаковку, будет шапка и шарф, поэтому один моток пока я беру на шапку. Посмотрим, здесь моток 150 граммов, Ярнард Альпина Альпака. 150 грамм, 120 метров. То есть в 100 граммах это 80 метров. Вот такая вот плотность этой пряжи. Вот. Состав 30% альпака, 10 шерсть и 60 акрил. Я так предполагаю, на шапку уйдет моток 150 граммов и 300 граммов у меня уйдет на шарф. Корректировку потом в конце видео скажу. Если у меня что-то останется, я пущу эти остатки в шар. Цвет 430, если вдруг вам надо. И спицы круговые с тонкой леской вязать будем в круговую 5,5 миллиметров. Шарф будет вязаться более толстыми спицами. Если вы вяжете туго, возьмите больше, потому что я беру специально спицы тоньше, чем мне нужно, у меня такое вязание, да, а вы смотрите именно по своему вязанию. На одну спицу я набираю петли. Я набираю обычным классическим способом. Набрала я 61 петлю, девчонки. Почему 61? В работе у нас будет, здесь я делаю в конце узелок, в работе будет 60 петель, но нам здесь нужно соединить наше вязание. Вот так вот выглядит. Короткая леска позволяет вот удобно вязать в круговую. Значит, последнюю петлю я вот таким вот образом переношу на левую спицу, и первую петлю как бы из набора я вот так вот подхватываю и достаю через вот эту вот петлю, еще раз эту возвращаю, вернее, переодеваю на левую, продеваю в нее спицу и вот через нее протаскиваю вот эту вот первую, и далее вяжу ее. Я провязываю изнаночной первую петлю, далее 3 лицевые, 3 и изнаночная, 3 лицевые. И последний раппорт, изнаночные, 3 лицевые. Далее второй ряд. Вот если хотите, здесь повесьте маркер, чтобы вы понимали, где начало ряда, где конец ряда. Давайте я его подцеплю. И изнаночная, все то же самое. Изнаночная, 3 лицевые. Все точно так же, как и в первом ряду.
провязала я третий ряд и теперь четвертый ряд. Изнаночная. Теперь вот эти три лицевые петли я беру третью петлю, подтягиваю ее, пальцем держу спицу, чтобы не слетели вот эти две. Так вот передвигаюсь и третью петлю одеваю на первую и вторую. Провязываем лицевая, накид, лицевая, одна, изнаночная. Здесь то же самое. Лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Лицевая, накид, лицевая. Вот, еще хотела обратить внимание, что я здесь специально не говорила здесь, потому что здесь неправильно у меня повернуты петли. Я обращу внимание здесь. У вас будет точно так же, потому что вот эти три раппорта я уже распустила, не включила камеру. Значит, изнаночную петлю мы вяжем за заднюю стенку, вот за ту, которая сзади, чтобы петля по изнанке у нас была развернута, не скрученная. Поэтому изнаночную мы провязываем вот таким вот образом, за заднюю стенку. А вот лицевые мы вяжем за ту стенку, которая за переднюю, которая ближе к нам. Вот сейчас я беру, перебрасываю. Вот здесь вот у меня просто лежат правильно петли, здесь лежали неправильно. Лицевая, накид, лицевая за переднюю. Изнаночную я провязываю за заднюю. Лицевые за переднюю, лицевая, накид, лицевая. Лицевая, накид, лицевая. И последняя косичка, так называемая. Так, третий ряд мы провязали, четвертый ряд мы вяжем как первый и второй, одна изнаночная, три лицевые. Накид провязываем лицевой, одна изнаночная, три лицевые. И продолжаем таким вот образом. Довязываю ряд до конца, и далее мы повторяем вот эти вот 4 ряда. С первого ряда продолжаем вязание, каждый раз повторяем. Итак, я провязала 3 раппорта. Вот смотрите, 1, 2, 3. Это у меня 12 рядов. Раз, считаем, проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И начиная с 13 ряда, я вяжу только первый ряд. То есть только изнаночная, 3 лицевые, вот эти вот перебросы я не делаю, вот этот узор, только резинка 3 на 1, 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 ряд, все. Продолжаем мы в высоту, ничего не делая, только вяжем первый ряд. Итак, у меня провязано 35 рядов. У меня в высоту сейчас, в данный момент, 21, ну 22, скажем так, 22 сантиметра, если быть точнее. А в ширину моя шапка сейчас, в данный момент, 24 сантиметра, то есть 48, не в ненатянутом положении, тянется она, понятное дело, как мы любим, до бесконечности. Так, и начиная с 36 ряда мы начинаем делать макушку. Для этого изнаночную мы провязываем, а вот 2 лицевые поворачиваем и вяжем вместе. Здесь опять же я распустила, поэтому 2 лицевые у меня получилось не как 2 лицевые, а как, а вот,
две лицевые. Здесь поворачивать их не нужно, девчонки, я прошу прощения, просто две лицевые вместе. Это я уже зашла далеко и вернулась, как обычно, распустила. 36 ряд, изнаночная, 2 вместе лицевой. И вторая лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой, лицевая. И так целый круг. Так, 37 ряд мы и последующие мы вяжем по узору. То есть и одна изнаночная, 2 лицевые. Изнаночная, 2 лицевые. И так далее продолжаем. Итак, провязала я 3 ряда после сокращений. Теперь я снова делаю то же самое. Ну, вернее, как то же самое. Там, где у меня 2 лицевые, вот нужно повернуть и провязать вместе 2 вместе лицевые. Теперь ряд по кругу я вяжу резинкой 1 на 1. Сейчас скажу, а может 2, да нет, ряд хватит. То есть после сокращения еще 2 ряда по узору. Теперь просто мы провязываем лицевую и изнаночную вместе. Я переворачиваю, чтобы она легла красиво. Итак, провязала я 3 ряда после сокращений. Теперь я снова делаю то же самое. Ну, вернее, как то же самое. Там, где у меня 2 лицевые, вот нужно повернуть и провязать вместе 2 вместе лицевые.
Теперь ряд по кругу я вяжу резинкой 1 на 1. Сейчас скажу вам, может 2, да нет, ряд хватит. Еще ряд вяжу, все-таки пошла еще на 1 ряд, 2 ряда. Резинки 1 на 1. Ушла на 3-й ряд. Так, в общем, 2 ряда. Вот он. Теперь. То есть после сокращения еще 2 ряда по узору. Теперь просто мы провязываем лицевую и изнаночную вместе. Я переворачиваю, чтобы она легла красиво. Так, ага, все уже, девчонки, все. Теперь мне нужна иголочка. Я обрезаю нить, вот игла. Продеваю в иглу. И одеваю вот эти все оставшиеся петли на иглу. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Всего 5 в остатке. И что я сделала плохо? Я затянула. Видите, мне нужно вот здесь вот оставить. Увожу это все, вытаскиваю на изнаночную сторону. Вот, кстати, если вы хотите вот таким вот узором, то не делайте кантик, делайте просто резинкой. Как для начинающих, тут очень важна фактура пряжи в этой, как бы в этой шапке. То есть сам узор особого значения не имеет. Завязываем хорошенько. И потом обрезаем кончики нити. Так. И еще нам остается вот такая вот, смотрите, прекрасно садится, ложится эта макушечка. Пятачок вот такой вот аккуратненький.
И вот эту вот ниточку я еще продену на изнаночную сторону. И эта пряжа прям любит, хорошо любит утюжок. Вот теперь вы возьмите и прогладьте. Все, в принципе, все. Сейчас я проутюжу ее. Можно намочить, разложить. Смотрите, какой способ ВТО вы любите больше. Я буду гладить, потому что шарф я вот именно гладила, и мне понравилось. Ну все, девчонки, я с вами прощаюсь. На сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Держите. Всем пока-пока.